Рассказ о духовном. Танах. Танах. Книга книг. Самая важная книга в мире. Книга, которая наполнила человечество, сопровождала в течение всего его пути, наполняла образами и историями, из которых возникали образы. Например, Содом и Гоморра. Тема, о которой мы будем говорить сегодня, символ размежевания, разбоя, греха. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Иран. Я не совсем согласен, что только духом Танах наполнил человечество. Взяли оттуда законы, поведение, основы для философии, для отношений в семье, в воспитании, в культуре. Это в течение тысяч лет давало энергию художникам, музыкантам. И до сих пор у нас есть во всех религиях. Мы не понимаем, насколько это действительно дух, и ты прав, но этот дух нашел выражение в разных плоскостях и образах. Почему это так на самом деле? Потому что это колоссальная сила, без которой человек — это животное. Вся разница между нами и животными не в том, что мы можем немного украсить свою жизнь каким-то пластиком или металлом, или компьютером, или еще чем-то, а тем, что мы можем подняться над уровнем животных, и в воспитании, и в культуре, и в отношениях между нами. Мы не способны представить себе, что происходило бы с нами, если бы мы не получили этого раскрытия и со стороны Востока, и со стороны Запада, и со стороны ислама, и со стороны христианства, и мы в середине остались тем, что было у нас, но это дух этого мира. Откуда пришла эта книга? Кто написал ее? Вот в чем вопрос. Кто написал? Моше написал? Да. Это написано Моше. Он написал о своей смерти, собственной смерти. Нет, почему? Каббалист, который находится на духовном уровне, он пишет обо всем своем пути, и также о том, что было, есть и будет для него это он пишет о том, что он поднимается на гору Синай. Но он написал также об Адаме и Еве, например. Как будто он там был. Конечно. В духовном мы постигаем все ступени, все эти состояния от начала и до конца. И даже такие вещи, что как будто бы он умер, и потом Иешуа входит в землю Израиля, и начинается там война, захват земли и так далее. Это не важно. И Моше чувствует и понимает, и знает, он находится в этом процессе, потому что все происходит в одной душе, той, которую он постиг, он является главным пророком, нет как, такого, как Моше. Он постиг все творение, и поэтому весь процесс, который должно пройти творение от начала до конца, для него это было открыто. Поэтому не только свою смерть. Мы здесь уже не говорим о человеке, который находится в рамках ограниченного времени, движением и места, как в нашем мире мы находимся под этими ограничениями. Он уже находится над этим. Это очень тяжело понять. Да, верно. Но в духовном нет этих ограничений. Все это вечно. Ты как в фильме можешь увидеть от начала и до конца, и с конца в начало, все перед тобой. И поэтому там нет понятия времени. Давайте вернемся к нашему материальному рассказу, к нашей земной истории. Да, нам легче так, как мы привыкли, пока что постепенно продвигаться к этому. Когда будет раскрытие, мы таким образом, само собой разумеется, мы будем воспринимать это на ином уровне. И пришли те два ангела в Содом вечером. А Лот сидит у ворот Содома. И увидел Лот, и встал навстречу им, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Вот, господа мои, заверните в дом раба вашего и омойте ноги ваши,
и ночуйте. И завернули к нему, и пришли в дом его. Еще не легли они, как городские жители, люди Содома, окружили дом от молодого до старого, весь народ, от края до края. И воззвали они к Лоту, и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, и мы познаем их». И вышел к ним Лот ко входу, а дверь запер за собою. И сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Я выведу их к вам, и делайте с ними, как угодно в глазах ваших. Только людям этим не делайте ничего, так как они пришли под сень крова моего». Начинается с того, что вначале пришли два ангела от Авраама, они завершают свой визит и сказали, дальше мы пойдем, посмотрим, что там происходит в Содоме. Не приглашают его. Что это значит, что визит их в Содом? Ангелы — это две силы, которые всегда воздействуют на нас, на каждого из нас. Как мы в канун субботы, может быть, ты слышал как-то? «Приходите с миром, ангелы мира, ангелы Всевышнего», два этих ангелов. Ангелы, они приводят человека к шаббату, это называется исправление. Шаббат — это окончательное исправление души. И меня приводит в течение 6000 лет или в течение 6 дней недели к такому состоянию, которое называется шаббат, и я уже исправлен, и не нужно больше ничего с собой делать. Это две силы, сила добра и сила зла. Обе силы равны, обе силы важны. Доброе и злое начало. Оба приводят меня к состоянию исправления. Так две эти силы приходят к Аврааму. Почему? Авраам сам по себе — это свойство хесед, милосердие. Свойство милосердия не может ничему продвинуться. Оно ни в чем не нуждается, ничего не нужно, все хорошо, все прекрасно, все в совершенстве, он не чувствует ни в ком ничего плохого, он согласен со всем. Он ко всем испытывает такую любовь и желает отдавать. Но с этим нельзя продвигаться. Человек, который приходит к такому состоянию, нужно пробудить его к следующим этапам. Каким образом? Добавить ему зла. И сразу же после того, как ему говорят, что у него будет сын Исхак, они спускаются в Содом, и там начинается все вот это. Человек должен расти. Мы говорим о человеке, который находится на ступени Авраам, и сейчас он продолжает расти в направлении Исхака. Потом Яков, потом Моше, и с фараоном, когда там все добавляется, и должен исправить всю свою душу. И вся Тора, Тора говорит о том, как мы обнаруживаем еще и еще части нашей души и исправляем их. И на пути у них еще есть Лот, который его встречает у ворот города. Это все части души, части желания во мне. И я, если бы раскрыл Авраама в себе, если бы дальше я развивался, то я бы раскрыл эти желания большие, такие ужасные, неприятные. Лот — это проклятие, в сущности. Вот толкование самого слова это «лот». Проклятие? Да, проклятие. Лот — это часть, как бы, семьи, хотя он его дядя, но они очень отличаются. Лот почувствовал себя очень близко к людям Содома, то есть к этим очень эгоистическим желаниям, к желаниям, которое, в сущности, оно кажется... Мы говорили о том, что оно кажется нам очень справедливым, очень прямым, очень открытым. Желание, которое говорит «моё, моё, твоё, твоё». Так это разве Содом? Вы говорите о Содоме? Да, Содом — это же вроде самое большое зло в мире. Самое большое зло... Именно это самое большое зло. Мое, мое, твое, твое. Это самое большое зло. Это капитализм? Нет, это не только капитализм. Капитализм не может существовать без какой-то взаимопомощи, без помощи нуждающимся, иначе эти нуждающиеся просто нас уничтожат. Допустим, мы как капиталисты, мы должны им давать услуги всем нашим рабочим, обучать их, организовать им школы, допустим. Скажем, мы сегодня с тобой... управляем компанией «Айтек». Мы принимаем рабочих, там, инженеров разных. Ну, мы должны организовать, как сегодня организуют
санатории, детские садики, не все для наших рабов, да, для этих айтишников. Хотя они и не кажутся рабами, и не думают, что это так, им дают машины, им дают все. Да? Но мы должны об этом позаботиться. Чтобы им было хорошо, и тогда мы сможем получить от них все, что мы способны. Садом — это еще хуже? Садом — это очень близко к этому. Очень близко. Он только говорит, что там, где ты делаешь это, исходя из милосердия, то ты преступник. Потому что ты нарушаешь законы природы. Закон природы очень прост. Как в неживом растительном и животном уровнях, самый большой и сильный побеждает, и нет никакого милосердия над маленьким ни в чем. Как плюс и минус. Если здесь у меня есть на весах, скажем, 2 килограмма, а здесь 2 килограмма и 10 грамм, то одно больше другого. Так это... Если нет милосердия, то есть самое большое зло. Секундочку, кто сказал тебе, что милосердие — это хорошо? Милосердие говорит о твоих слабостях, о том, что ты вносишь свое отношение. Это всегда портит все. Если бы люди знали, что так хорошо, а так плохо, это жизнь, а это смерть, они бы очень прекрасно существовали. Я готов быть адвокатом. То есть, что не хватает? Не хватает именно силы Авраама. Именно он вступает в спор со Творцом, когда он хочет уничтожить это. Это тоже, если это не зло, если в этом есть справедливость, то почему Творец хочет это уничтожить? А второе, почему Авраам начинает с ним спорить? Какое его дело? Зачем спорить, если есть решение свыше? Поэтому Лот здесь, он является неким посредником. Ведь все говорится о силах нашей души. Есть с одной стороны Авраам, с другой стороны содомцы, и посередине Лот. И так человек начинает выяснять свои свойства. И действительно мы, когда мы продвигаемся в нашей внутренней работе, внутреннем выяснении, с какими желаниями, с какими мы можем подняться и приблизиться к Творцу и раскрыть его, это в сущности то, что нам не достает в жизни. Раскрыть, кто управляет всей нашей жизнью. И в связи с ним мы сможем изменить нашу жизнь, более правильно сделать ее, увидеть, как все функционирует, как должно быть все правильно. Нам не хватает раскрытия Творца, творения. И поэтому мы можем, исходя из тех систем, из тех состояний, которые мы проходим, мы можем увидеть, что мы находимся во многих случаях в ситуации Содома. И предъявляем претензии, почему это так, почему это не иначе, почему это не соответствует четким законам. Да, почему Творец требует от нас быть в милосердии, находиться в вере, в отдаче и в любви? Какая отдача и любовь? Это мое-мое, твое-твое, все в порядке. Если все в мире было бы так устроено, мы бы находились на уровне животном. Все следовало бы силе, а продвижение может быть только продвижение снизу вверх, по вертикали, может быть только через добавление желания отдачи. А это в Содоме запрещено полностью. Так что делает Творец? Творец хочет разрушить дом? То есть это состояние, когда я должен пройти его, прожить его, ощутить его, согласиться с ним, осуществить его всеми своими силами, раскрыть, что я дальше не могу продвигаться, и разрушить его внутри себя и продолжить дальше. Бежать от него. После того, как я раскрыл, что это настоящее состояние, например, я могу сказать, как правильно ли это будет, если нет, то кто мне? Да. Я разрушаю его? Разрушаю. Полностью. Ты видишь, что продвигаться из этого состояния ты не можешь. Оно хорошо для выяснения, для определенной ступени, для твоего эгоистического желания, когда ты видишь, насколько это эгоистическое желание на неживом уровне, поэтому это соль, поэтому это все так застывшее, ничего нельзя изменять. Абсолютные законы, такие четкие отношения, такие. Это неживой уровень, ты не можешь
оттуда прорасти, и сама земля также. Почему Творец делает переворот Содома и Гоморры? Как бы, если я переворачиваю это желание мое, мое, твое, твое, начинаю переворачивать его, что значит перевернуть? Мое, твое и твое, твое. Отсюда я начинаю формироваться. Только поэтому это обращается, переворачивается. А свойство Авраама, свойство Хеседа, милосердия. Нужно добавить свойство Хеседа Содому, и тогда Содом становится чем-то цветущим. Но в чем здесь предмет спора? О чем они спорят? 50, 40, 30? Что это за... Спор о том, может ли оттуда что-то произрасти. Либо 50 — это целый мир, это 50 сферот, кетер хохма бина, зерампин малхут. Каждый из 10 состоит это 50, либо какая-то самая маленькая мера, 10. Если меньше 10, то нет структуры. Может ли даже самая наименьшая конструкция произрасти отсюда? Если да, то есть право на существование. Поэтому этот спор Авраама с Творцом, что не может не произрасти из этого ничего, то есть человек проверяет это состояние. Не может быть, что я нахожусь в таком состоянии, и из него у меня нет никакого шанса, никакой надежды вырасти в духовном, ни в чем. И тогда он проверяет себя силой света, которая светит ему, когда он изучает науку Каббала, это светит на него, и он видит, что нет, отсюда не может выйти ничего, и тогда он должен выйти только с мерой милосердия, которая является высшей силой и совершенно не относится к Содому. А жена Лота, которая, она Нуква, женская часть, и Нуква относится больше к Эку, к желанию получать относительно мужской части. Захар, что она дающая, Гевер, Мидгабер, преодолевающий. Он, как Лот, он может бежать, но жена его, она не способна. Сейчас мы перейдем к этому. По поводу ангелов. Ангелы спускаются, две силы, которые спускаются к дому Лота, он находится сам в доме, в Содоме. Он там гость, не то что житель города. Но он туда пришел, и он делает им пир, предлагает им опресники. Тут со стороны Авраама есть немножко, он все-таки является его двоюродным братом. И если бы вошел в дом какого-нибудь содомца, то есть если бы это было свойство Содома буквально, то не было бы совершенно контакта, ни дома, ни входа, ничего, потому что нельзя это делать. С какой стати вдруг я буду прощать кого-то, буду давать что-то кому-то? В сущности, такой ситуации хотят объяснить нам, кто мы действительно внутри на самом деле. Когда я отношусь к тебе с мерой Содома, только если есть у меня от тебя что-то, то тогда я способен принимать тебя и видеть тебя. То я еще хуже, чем свойства Содома. Ты понимаешь, о чем идет речь? Мера Содома — это когда каждый держится таким образом, чтобы не использовать ближнего. А мы? Я не хочу брать у тебя ничего вообще. Это хорошее свойство относительно того, чем мы являемся. Мы намного хуже, чем Содом, потому что я смотрю на тебя, каким образом я могу тебя использовать, как я могу тебя обвести. А Содом говорит, нет, нельзя, это его, а это твое. Тебе нельзя от него что-то брать. Пусть даже дает тебе, тебе нельзя принимать. Ты понимаешь, насколько это относительно нас? Это очень высокий уровень. Да-да-да. Нужно много расти с первого уровня, когда человек растет, и пока мы прибываем к рассказу о Содоме. Но все же, что значит, что люди с Содома окружают дом, и у нас есть этот образ, по крайней мере. Эти ангелы, они не могут достичь свойства Содома в нас. Это невозможно изменить. Но если есть там, в этом свойстве какое-то смешение Авраама, меры милосердия, тогда можно вмешаться в это свойство и вытащить его. Ты должен войти туда, взять что-то из свойства Содома, из большого желания получать, из такого эгоизма здорового. Ты можешь взять что-то оттуда, из
этого расти дальше. А все остальное ты должен оставить. Здесь есть такой нюанс. Лот предлагает своих дочерей, людям города говорит, возьмите моих дочерей. Но это же вообще кажется... Что, бесчеловечно? Да, что значит, пришли к тебе два гостя. Это тоже против законов. Это он делает, потому что никто из содомцев, действительно, если мы говорим об этих свойствах, не предложил бы такого, потому что все понимают, что каждый занимается только тем, чем является он. Лот предлагает своим дочерям, как бы предлагает все, что у меня есть. Возьмите, пожалуйста, наслаждайтесь. Он, я готов дать вам все. А они, согласно их природе, согласно закону, взять что-то у кого-то, то, что мне не причитается, не дай Бог. А почему же они требуют вывести ангелов? Потому что ангелы, они пришли для того, чтобы нарушить их законы. Законы природы абсолютные. Они приходят как бы причинить вред, и действительно они правы. Да, правильно. Теперь ты согласился. То есть, дай Бог, чтобы жить в таком месте, как Содом, да, вместо этого мира. Но представь себе, у тебя соседи, никто не хочет тебе вреда. Ты выпускаешь своего маленького ребенка на улицу, ты уверен, что никто не причинит ему зла. Ты ночью идешь по улице, никто к тебе не пристает. Ты оставляешь двери открытыми своего дома. И выезжаешь на несколько дней в какое-то место, дом открыт, никто не входит, не войдет. Ты входишь в магазин, да, или в какое-то место, ты берешь что-то, ты сам приходишь и платишь. Никто не требует, не проверяет тебя, ничего, нет кассы, ты бросаешь деньги, допустим, в какую-то коробку и все. Так почему это стало символом зла? О, всего плохого. Сейчас ты понимаешь, что это непросто. Потому что это против духовного продвижения, потому что от этого человек не может осознать, что он является злом. Это соль. При этих условиях не может что-то произойти хорошее. Хорошее может быть только вместе с плохим. Поэтому содомцы как против зла, так против и добра. Во всем. Мое, мое, твое, твое. Я никогда не возьму у тебя, я никогда не дам тебе. Понимаешь? Поэтому это может существовать навечно. Если бы человечество могло ограничить таким образом. Подсознание хотят это сделать как-то, но это невозможно, потому что Творец нам ставит ножку. Давайте продолжим дальше. Послушаем продолжение истории. «И очень просили этого человека, Лота, и подошли, чтобы выломать дверь. Но мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли. А людей, которые при входе в дом, поразили ослеплением от малого до великого. И сказали мужи Лоту, «Еще кто у тебя здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и все, кто у тебя в городе, выведи из места сего, ибо мы уничтожаем место это, потому что велик вопль на них у Господа, и Господь послал нас уничтожить его». Когда зашла заря, ангелы поторопили Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, находящихся здесь, чтобы не погиб ты за грех города». И было, когда вывели их вон, сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и не останавливайся во всей окрестности. На гору сбирайся, чтоб ты не погиб». И Господь пролил дождем на Содом и на Гоморру серу и огонь от Господа с неба. И перевернул эти города, и всю окрестность, и всех жителей городов сих, и растительность земли. Жена же его оглянулась позади него и стала соляным столпом.
Это символ разрушения. Я как раз таки смотрю на Содом очень так выстроенным образом. Там все так выстроено, все в порядке, сады, все красиво, все заботятся об общем имуществе, нельзя ничего касаться, то, что тебе не принадлежит, это относится к общему, это относится к частному, это что-то идеальное. Но только одно, что в духовное невозможно выйти из этого, потому что это настолько совершенно, это не живой уровень. Отсюда не может быть духовный рост. Но это же символ, символ разрушения. Человек, который находится в таком состоянии, он в сущности, как это сказать, он должен решить. Он стоит перед решением. У меня все хорошо. Мы знаем таких людей. У меня все хорошо в мире. Есть у меня все. Нет недостатка ни в чем. Мое. Все у меня есть. Но все хорошо. Но я не способен так продолжать больше. Мне надоело. Я больше не хочу эту жизнь. Я должен выйти из этого, что бы ни случилось. И тогда он оставляет, как бы он оставляет дом. И все. Ну, у него все есть. И все могут. Никто его не трогает, и он живет по четким законам, и обеспечен, все, но не способен, и поэтому бежит. Действительно, Лот выходит и оставляет это место. Он также приглашает своих зятей. Он идет к зятям, и они на него кричат. Что это значит? Невозможно. Тот, кто не находится в таком состоянии, те желания, которые не могут точно отнести себя к духовному подъему, они не могут находиться в связи. Он оставляет, убегает, и приходит в город, который называется Цор, и просит, и Творец говорит, ну, если ты просишь, я не разрушу этот Цор. Что это значит? Ну, это посередине. Такие промежуточные процессы, которые мы проходим, мы не можем за один раз перейти от одного места к другому, так перевернуть себя, как вот Творец переворачивает Содом и Гоморру, мы не можем так преобразить себя. Лот не может стать Авраамом, этот процесс должен произойти постепенно в человеке, и поэтому мы видим, насколько все-таки он наставляет, и как будто бы потом он обратно возвращается каким-то образом. А жена его, которая обращается в ледяной столб, это что значит? Содом переворачивается, жена его становится соляным столбом, и все это наше желание. И потом, после многих процессов, когда уже из Авраама растет Ицхак, Яков и так далее, мы получаем обратно все эти желания наши содомские и их исправляем. Мы уже можем добавить к этому свойство отдачи и вместе с ними, вместе с этими желаниями прийти к любви. И в Содоме это запрещено. Абсолютно нельзя, кроме того, чтобы соблюдать закон, больше ничего. И в нашем мире есть такие люди, которые по природе, ты видишь, они такие. Даже в иудаизме есть такие. Иногда можно увидеть такие течения, такие тенденции. Сухой закон и все. И ничего кроме этого. И тогда мы видим, насколько таким образом люди не могут позволить даже себе подумать о духовном росте. И еще то, что мы учим особенности от жены Лота, что возвращаться назад или даже оглянуться назад, это нельзя делать человеку. Всегда вперед. На его пути. Всегда глаза его должны смотреть вперед все время. Содом — это совсем не то, что мы думали. Да. Мы можем сожалеть в нашей жизни, что у нас нет тех законов и такого подхода к жизни. Но именно потому, что мы такие запутанные, такие плохие, у нас есть намного больше возможности расти, выйти из этого. Спасибо большое, Рав Лайтман. Подошла к завершению очередная передача «Духовная история». И Содом — это действительно не то, что мы думали. Это дает нам возможность по-другому, по-иному взглянуть на эту историю. Увидимся в следующих передачах «Рассказы о духовном».